В Турции намерены снимать отпечатки пальцев у всех въезжающих в страну. Такое новшество хотят ввести власти. Опыт они переняли у США и Великобритании. Об усилении мер безопасности заявил министр внутренних дел Турции. Все въезжающие в страну будут проходить процедуру дактилоскопии. Кроме этого, планируют чипировать удостоверение личности тех, кто получает в стране статус временной защиты. Ранее в Турции приняли поправки, ужесточающие правила досмотра в аэропортах. Служба безопасности может осмотреть личный багаж пассажиров и электронные устройства. В туристических агентствах отмечают, что вряд ли из-за этого уменьшится число желающих отдохнуть в Турции. На самом деле, на мой взгляд, наоборот, должен повыситься, ну, не то чтобы интерес, а должно повыситься доверие к этой стране, потому что это вызвано в первую очередь необходимостью безопасности самих же туристов. Чем больше, так скажем, фильтров для въезда в страну, тем больше вероятности, что туда будут заезжать реально люди, которые приехали отдыхать, а не заниматься какими-то преступными делами, да?